Кварц закатанный. Вау. Это я уже в Южаково. Вот кристалл кварца. Не совсем оформленный, но тем не менее. Вот так вот рядом и смотришь. Вот тоже что-то, какой-то кристалл мыть надо. Так, так, так. Комары да мухи. Вот так вот пашню перевернули. И можно смотреть, искать. Часть кристалла обломана. Это пегматит здесь уже. Тут же халцедончик какой-то попал. Так, ну ладно.
это уже тут дымчак немножко появляется. Цедон. О, кварц, слюда, пигматит тут еще вроде. Вот его видно, видите, как мелочь какая-то. Вот здесь вот не видно, а здесь вот. О. Конечно, тут жила внизу, ее подцепили просто и размазали. Каждый год цепляют. Наверное, уж все выбрали. Сейчас посмотрю. Пигматит. Вот. Какие-то кристаллы сидят на пигматите. Возьмем. Так, ну-ка. Сколок. О, какой шматок слюды. Вот, возьмем этот мусковит. Видно, кварц даже, вот дымчак, осколки, вот здесь где-то, в этом месте. Ну вот тоже. Это все осколки дымчатого кварца, вот тоже. Самих кристаллов нет. Уже нет. Раньше полно было. Так вот идешь, собираешь. Вот тоже осколок. О,
Вот какой махонький. И убежал тут же. Нет, ничего здесь. Вот кристалл начался и обломан он. Это пигматит. Интересный, со слюдкой. Так, ладно, пока закроемся. Вау! Ну, конечно, не полный. Черт. Ну, дымчак. Сколок кристалла. Интересно, все равно интересно. Вот из той же серии. Вот тоже кварц, горный хрусталь, прозрачный, переходящий в дымчатый. Ну, вот кристаллики. Ну, окатанные.